Столбики термометров в Заполярье уверенно держатся на отметке выше 20 градусов. А жители региона дождались открытия купального сезона. Традиционный пляж в районе Голубых озер официально открыт. Тему продолжит Наталья Дуркина. Места как для купания, так и для отдыха обустроены, а именно предусмотрены ограждение, урны, контейнеры для сбора бытовых отходов, спасательная вышка. Проведена очистка территории дна и поверхности водоема. Пляж официально открыт ежедневно с 10 утра до 18 часов вечера. При этом на пляже присутствуют спасатели. С 18 вечера по 10 утра пляж закрыт, и там будут присутствовать охранники, которые будут выполнять функции уборщика. Пляж оборудован всем тем, что нашло, значит, отклик у наших граждан. Лежаки, детская площадка, волейбольная сетка – все готово для полноценного отдыха как молодежным компаниям, так и целым семьям. Что касается прогноза погоды, то июнь будет достаточно теплым. 16 июня по городу Нарьян-Мар ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный и северо-западный 7-12 метров в секунду. Порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13, плюс 15 градусов, днем плюс 19, плюс 21 градус. В этом году для жителей региона пляж будет открыт с 15 июня по 15 августа. Наталья Дуркина, Антон Вдряков, телеканал «Север».